Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим шоколадный кекс на воде. Этим рецептом поделилась со мной наша подписчица. Для приготовления нам потребуется 340 грамм муки, 40 грамм какао-порошка, 180 грамм сахарного песка, 100 миллилитров подсолнечного масла, 350 миллилитров воды и пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм. Готовится все очень просто. Сначала смешиваем сухие ингредиенты. Мука, сахарный песок, добавляем какао-порошок, добавляем разрыхлитель и перемешиваем всю смесь сухую. При желании сюда можно добавить орехи в качестве наполнителя. Итак, смесь готова, добавляем воду. Вода обычная, комнатной температуры. Перемешиваем, то есть ничего не взбиваем, все делаем лопаточкой, ложкой. И в конце добавим масло. Тесто будет готово. В тесто добавляем масло. И еще раз все хорошо перемешиваем. Готовое тесто необходимо выпекать сразу. Итак, тесто получается вот такое гладкое, глянцевое по консистенции, текущее с лопатки. Будем выпекать. Итак, в смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме выпечка. Я буду готовить на ручном режиме при температуре 130 градусов 1 час. Время истекло. Вот такой высокий кекс получился. Через 5 минут будем доставать. Достаем кекс с помощью корзины пароварки. В принципе, сам кекс влажный, самодостаточный, но при желании можно приготовить глазурь. Если это постный вариант, то смешиваем столовую ложку какао, столовую ложку сахарной пудры и добавляем воду. Воду добавляем постепенно, регулируя необходимую консистенцию. Если добавили много воды, можно добавить сахара, сахарной пудры или какао-порошка. Столовые ложки какао и сахарной пудры я брала с горкой, и у меня получилось 1,5 столовые ложки воды. Теперь покрываем кекс. Сверху кекс я украсила кокосовой стружкой и кусочками грецкого ореха. По вкусу кекс напоминает пирожное картошка. Второй рецепт. Им приготовим медовый кекс с ананасами и кокосовой стружкой. Для приготовления нам потребуется 160 грамм меда, 200 грамм сметаны, 2 яйца, 100 грамм сливочного масла, 300 грамм муки, 10 грамм разрыхлителя теста, 25 грамм кокосовой стружки и 250 грамм ананасов. Рецепт очень простой, ничего отдельно взбивать не надо. Смешиваем яйца, мягкое сливочное масло. Добавляем жидкий мед. Если мед густой, его необходимо растопить. Можно растопить на плите или в микроволновке. Сразу же добавляем сметану и все перемешиваем. Сметану можно использовать любой процент жирности. Перемешиваем в однородную массу. Яйца должны соединиться с маслом, с медом, со сметаной. И в получившуюся массу добавляем муку. Пока муку не размешали, добавим разрыхлитель. Аккуратно все размешиваем. Тесто получается очень ароматным благодаря меду. Добавляем порезанный не очень крупно ананас. Вмешиваем его в тесто. И добавляем кокосовую стружку. Половину вмешиваем в тесто, а половину оставляем для посыпки сверху. Все хорошо перемешиваем. Тесто готово. Тесто кексовое, густое. Будем сразу выпекать. Смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем все тесто. Сверху высыпаем оставшуюся кокосовую стружку. Желательно, чтобы все было посыпано ей. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме выпечка. Я буду готовить на ручном режиме при температуре 130 градусов 1 час 20 минут, так как объем теста большой и тесто у нас с начинкой. На режиме выпечка также готовим 1 час 20 минут. Время истекло. Давайте посмотрим, что получилось. Смотрите, какой высокий и пышный. Благодаря тому, что он сделан на меде, он получился желтый. Через 5 минут будем доставать с помощью корзины пароварки. Переворачиваем кекс на корзину пароварки. Давайте посмотрим кекс в разрезе. Он получается воздушный, нежный, благодаря сметане абсолютно не сухой. Сам кекс получается не очень сладким, поэтому если вы любите сладкую выпечку, можно добавить сахар или увеличить количество меда. Третий рецепт. Им приготовим кекс-стаканчик.
Это для тех, у кого нет весов, все измеряется мультистаканом. Если у вас нет мультистакана, можно использовать маленький йогурт, он тоже подойдет. Стаканчик примерно также 160 мл объема. Итак, нам потребуется 2 мультистакана муки, 1 мультистакан сахарного песка, 1 мультистакан сметаны. Вместо сметаны можно использовать йогурт, кефир, ряженку. Пол мультистакана подсолнечного масла, 20 грамм мака, чайная ложка разрыхлителя теста и 3 яйца. Если яйца мелкие, например, второго сорта, их потребуется 4. Все готовится очень просто. Смешиваем яйца и сахар. Сразу добавляем масло. Добавляем сметану любой жирности. Все готовится без миксера, просто перемешиваем. В эту же смесь добавляем муку, мак, разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем. Тесто для кекса будет готово, можно сразу выпекать. Вот такое тесто по консистенции получилось. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем все тесто. Кстати, вместо мака можно использовать изюм, любые сухофрукты. Тоже отлично подойдет. Закрываем крышку мультиварки. Теста не очень много. Готовим на ручном режиме или режиме мультиповар при температуре 130 градусов 60 минут. Можно готовить на режиме выпечка, также 60 минут. Время истекло. Вот такой замечательный кекс получился. Через 5 минут можно доставать. Достаем кекс с помощью корзины пароварки. То есть достаем вместе с чашей и переворачиваем на корзину. Чтобы кекс выглядел более привлекательно, сверху я его украсила еще тертыми ягодами. У меня клубника. Вот так кекс выглядит в разрезе. Достаточно пышный, хорошо пропекся. Самое главное, очень нежный и вкусный. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!